Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и у нас вышло на днях обновление, да, прошлую серию смотрите, апдейт 1.6 по Jurassic World Alive, и у нас добавили 4 новых существа, скалозавр, мы все знаем, да, скалозавр, он есть в Jurassic World The Game, скафагнат, тоже прекрасно знаем, здесь он выглядит забавно, не так, как обычно, майозавр, такого существа у нас там нет, и пахицефалозавр, всем известный на весь мир. Также у нас есть 6 новых гибридов. Мы в прошлый раз создали вот Процератомима создали. Сейчас мы создадим Эдмонта Гуанодонта в русском варианте. Потом Птеровокс Вокс, или как-то так это будет у нас гибрид там птерозавр. Где-то, блин, у меня же это все написано, но понятно. Кто там из кого, из чего там слеплен. Это вот где-то вот здесь, да, вот здесь у нас была вот такая вот картиночка. Ну, кто хочет, тот может почитать, да, существо Дарваптерикс, да, в общем-то, создается. Ну, картиночки я выкладывал на вкладке сообщества на канале. Из кого что там делается. Так что Процератомима мы уже сражались, так что давайте будем создавать второго нашего гибрида, это Эдмонта Гуанодонт. Хотя, почему Донт? В принципе, в английском варианте без буквы Т. Просто Дон. Игуанодон, у нас же он правильно назывался, не Игуанодонт. Вроде же как так. Давайте его подраконим. Ах, прикольно. Ну, классно нарисован, смотрите, как живой. Очень, очень реалистично. Мне вот нравится. Интересно, классно даже если, наверное, на каком-то планшете, iPad играть, то там картинка еще получше. Эмулятор эмулирует, скажем так, не совсем топовое устройство. Тут графика, не, ну и разрешение, во-первых, не такое, чтоб супер. Это не ретина дисплей там с 4К разрешением, а все-таки послабее, потому что бывают картинки в интернете, натыкаешься. Жутко, короче, жутко красивые. Итак, давайте смотреть. Он у нас 11 уровня, у нас эпическая тварь. Давайте, мы потом его еще тоже прокачаем на уровень, а то и 2 повыше. 2500 на 530, то есть это у нас будет такой вот с большим уровнем жизни тварь. Есть удар превосходства, снятие отвлечения, нанесение урона x1 и минус 30% скорости. Первый ход очищает себе, лечение 50%, автоматическая, а еще это замена. О, подождите, это шикарно, я в прошлой серии недооценил этот удар. Еще и автозамена с лечением и очищением, это интересно. Нейтрализация силой 1,5, паралич силой 2, еще и когда мы на него подменяемся, есть паралич, шикарно. Этот полукровка, получившийся от смешания двух разных семейств гадрозавров, ну да, гадрозаврики, утконосики, невероятно общительное существо. Он взаимодействует не только с гадрозаврами, но и с другими травоядными. Считается, что процесс гибридизации усилил стайный инстинкт и без того присущий этому существу. Итак, давайте пойдем его обкатывать, парочку боев в обычной башне, потом пойдем в эпическую башню. Ну ты, у нас тут опять шарик появился. Вот так вот. Она выглядит как эпическая, но она не эпическая. Как-то странно выглядит. Это башня обыкновенная. Так, вот наш процерат есть. Стоять. Мы ж не взяли нашего главного участника. Так, вот теперь у нас все на месте. И кого мы возьмем? Ну, вот так вот и пойдем. Ну, начинать будем с нашего сегодняшнего героя. Так, следующий в редкой башне у нас будет уровень противника, по-моему, 13-14, потому нам нужно будет его подкачать, так сказать. Ну, давайте сразу протестим подмену. То есть делаем вот так. Давайте разок ударим его.
Вот так, подмена. И паралич не сработал. Вот как-то странно, да? Это немножко работает. Когда урон не наносится, ты не понимаешь. Его просто заглючило, блин, просто паралич не сработал. Ну, давайте вот так сделаем. Опережение, очищение, лечение и подмена, да. А ну, давай. И на процератомима. Отлично. Жизни одинаково, только уровень у нас вдвое больше. Ну, давай вот так. Кря! У нас есть иммунитет, как мы помним. И еще разок давай. 1400, вот это да. Двойной урон, это сила. Новые гибриды победили. Так, next battle. Погнали. Начнем с нашего самого шустрого. Давай вот так. А теперь вот так. А теперь до свидания. И снова по кругу, да? Иммунитет, извини, друг. Блин, ну он реально круче мономима, ё-моё. С мономимом надо что-то делать, иначе он какой-то бесполезный. Так, ну, я, естественно, легко мог бы им добить, но нам нужно дела делать. У нас сегодня герой Эдмунда. Эдмунда Гуанодонт. Вот так вот. А скорость у тебя какая? 107-я, но скорость слабенькая. Зачем я, правда, это сделал, не догадываюсь. Так, кто там следующий? 999 у нас осталось. Хелсов. Дилас. Ну, Дилас, конечно же, нас быстрее, потому надо валить. Блин, ничего себе, он подхилялся. Два косаря жизни. Так, ну это сейчас ему и хана будет. Зато у нас Эдмунд возвращается. Почти как новенький. Эдмунд Гуанодонт. Ну да, слабо. Но у нас есть такая штука. Ох, еще и кританул, гаденыш. Прощай,
Плащеносная ящерица. Так, идем дальше. У нас теперь тарбик есть. Тарбозавр, тарбозавр. Ну, самый удобный способ, конечно, открывать сразу с процератомим открываться. Потому что ты 100% ходишь первым. И еще и можно поиздеваться над вот такими вот хышничками. Да, и у него сразу доступен самый сильный укус, да? Так, и он это ими попытался воспользоваться. Это было прикольно. Ух ты, подменился таки. Но нам пофигу. Давайте подменимся. Давайте на вот этого парнишку подменимся. На родственника. Бедные лапки. Смотрю, и мне каждый раз их жалко. Как будто бы они у него сломаны. Появился тарбозавр. Точнее, он вернулся. Давайте его... Че, он еще быстрее нас? Ого! Вот так вот. Ну и добили, нормально. Давай, наш друг, сделай свое дело. Ну, на этот раз-то, ну, наконец-то, паралич сработал. И замедлять надо. Блин, а чё... Вообще-то я должен был походить. Так, ну очистись и замедли. Я хочу быть быстрее, чем он. Ну, получилось? Получилось, все, отлично. Теперь я спокоен. Так, ну нам сейчас предстоит, ребятки, самый сложный бой из этих. Так, и вот это башенечка. Здесь всего лишь один бой, но вот такого вот рода существа. Давайте мы тогда качнем сначала нашего сегодняшнего героя чуть-чуть повыше. Уровня на 2 бы. Двести клеток игуанодона расходуется. Ох, неплохо навалило. Так, из тебя никакой там супер гибрид не делается, потому что из процератомима делается. Никакой не делается. Так, давайте еще на один уровень его качнем. Блин, у меня тут почти 18 левел, ё-моё, давай, давай.
Ура, ребятки, 18 уровень. 28, короче, я могу теперь... короче, 28. Так, 2 бакса. Ну, в принципе, даже, конечно, недорого, но нет, спасибо. Эволюционируем. Так, ну теперь, думаю, можно идти сражаться. 2700 на 600, грубо говоря. Отлично, меня устраивает. Прикольно, да, вот этот более широкий радиус действия. Стоишь тут, клацнул себе сюда. Никуда не нужно подходить. Все отлично. Ну, мономим, да. Мономим пасет. Спасет задних. Процератомим круче. Так, ну чё, чё мы можем тут сделать? Ну, давай вот так. Иммунитет спасает, согласен. Ладно, уклонимся. Ну вот реально, да, удар мне вообще нет. Процератомим круче. Круче, и он больше может пережить. А шанс уклонения ему тут не улучшали, не 50%. Скорость 127, блин, и скорость уступает, и, блин, ну он конкретно уступает, ну ё-моё, даже вот эта тварь ходит быстрее. Давай, Эдмонд, твой выход. Эдмонто Игуанодон, ну как-то он вообще не звучит. Эдмонтозавр. Эдмонтодонт уже как-то, ну, покороче, что ли, бы его назвали. Давай, нафиг твое уклонение. Ах ты ж гад такие, еще и убежал. А, я нейтрализацию с него снял таки. И попал. Ха-ха-ха, теперь можешь валить. Так, у меня есть такой удар, надо лечиться срочно. .1353. Так, он, видите, намного крупнее, чем Галимим. Ну и, а, ему деваться-то некуда. И все. Блин, интересно, мономима улучшат или процератомима сделают похуже? Одно из двух. Итого... Ну, Дейнахер насыпает, он нам пригодится. Я их ловлю сейчас. Редкие дилосы лучше бы обычных. Ну, в общем-то, ребятки, на этом все. Надеюсь, вам понравился видосик, и существа вполне себе годные. Так что ловите, создавайте. До скорых встреч.